Сегодня двумя бортами Ми-8 МЧС России будет доставлено свыше 3 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от тайфуна населенные пункты Лазовского, Ольгинского, Чугуевских муниципальных образований. Населению будут переданы продукты питания, вода, хлеб, газовые печки. Кроме того, будет проведен мониторинг складывающей обстановки. В случае потребности гуманитарной помощи также будет доставляться в остальные муниципальные образования Приморского края.